Всем добрый вечер. 17 августа. Вот кормим вечернее кормление птиц. Вот этих ливинских специально выпустил. Снять обещанное видео. Сегодня у них днюха. Им ровно 2 месяца. Вот этим цыплятам, если их можно назвать цыплятами, сегодня 2 месяца. Вот такие они на вид. Видите, вот такие уже прям петушки, курочки. И сейчас я пообещал взвесить их. Там у меня много вопросов по взвешиванию, сколько весит в месяц. Но я в месяц не взвешивал. Давайте посмотрим, сколько они будут весить в 2 месяца. Вот. Вот такая вот птица. Кабачки вот кинул, чтобы сманить в кучу. Разбежались по всему огороду. Шкодники такие, кабачки любят. Вот. Лучше, чем огурцы. Конечно, были бы бахчевые, еще вкуснее было. Вчера смотрел, Володя дынями уток кормит. Слюнями и зашелся весь. Вот. Вот так вот выглядит птица. Что хотел еще сказать. Был приятно удивлен. Я в том ролике предыдущем говорил, что снимал ролики изначально показать поблизости, тут в округе, своим соседям, какая бывает птица. Но когда сейчас идут отзывы практически со всего постсоветского пространства, даже из дальнего зарубежья, Германия, вот, очень удивился. Вот на данный момент, значит, ну, Россия, естественно, Казахстан, Украина, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Грузия, Молдова. Вот сколько смотрит канал. Огромное спасибо. И сегодня просил бы, чтобы вообще понять, там, кто поглядел, какой радиус охвата, в комментариях там коротко, откуда, если не трудно, напишите. Самим нам будет интересно, сколько нас тут в округе смотрит вот этих вот птиц. А сейчас давайте попробуем, они спокойно не должны убегать. Вот я весы припас, вот так поставим их на ноль. Вот видно ноль, да? Мы... Петька, давай. Вот они как-то спокойно. Сейчас мы попробуем. Петь, давай попробуем тебя взвесить. Давай, мы хорошо. Стой. Получится, не знаю. Вот. Вот смотрите. 2513. Вот такой Петька. Вот. 2513. Ровно 2 месяца сегодня. Вот. Вот такой вот петушок. Это петушок. Сейчас попробуем. Ну давай, все, молодец. Попозировал, молодец. Сейчас попробуем курочку. Конечно, курочки намного мельче. Еще хочу сказать, кто только первый раз смотрит ролики мои, это ливинская. Мраморный окрас. Есть ситцевый, там мне делали замечание, это у тебя не ливинская. Ливинская должна быть ситцевая. Я с вами полностью согласен, нисколько не спорю. Ситец — это ситец, а это мрамор. Вот, мраморная. Вот, вот. Вот курочка, вот, ну это намного легче, конечно. Но все равно сейчас мы, чтобы для сравнения, несколько штук взвесим. Вот ноль видно, да? Вот так, ноль. Стой, мой хороший, стой, девочка. Вот она такая курешка. Вот, курочка. 1,5 килограмма курочка. Курочка 1,5 килограмма. Забыл, сколько был петух уже. Сейчас вот давайте. Вот этого еще петуха. Иди, Петь, иди. Вот черный один есть. Вот прям совсем. Хорош. Вот такой петушок. Ну-ка, петушки крупные. Как бройлер. Стой, маленький, мальчик. Вот смотрите, петушок. 2374. Вот такой черный петушок. 2 месяца сегодня. Ровно 2 месяца. Днюха у него. Вот он, видите? Послушный какой. Вот что значит, пацаны. Бабы, они по жизни капризные. Хрен усадишь. А мужик вот сел, спокойно ждет, пока скажет. Все, спасибо, Корифан, давай, иди пасись. Вот так. Вот, молодец. Вот. Вот такие петухи. Вот хочу что сказать, друзья. Как бройлер. Что, ты два... Опять забыл. Ну, два с чем-то там посмотрим потом. 2300, что ли, я говорил. Вот.
Ну давай еще девочку найдем. Так. Еще девочку давай найдем. Где девки? Вот девочка. Иди сюда, девочка. Вот девочка, да? Вот девочка. А вот девочка. Иди. Вот девочка. Вот, иди, иди. Иди, мой хороший, иди, мой хороший. Иди, мой хороший. Вот девочка, да. Это малышка, это малышка. Вот видно ноль, да? Вот так ноль. Еще одну девочку. Становись, становись, малышечка. Становись. Блядь, девочки. Стой, стой, стой. Короче, 900 кило было. Стой, стой, стой. Стой, 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 маленька, стой. Стой, малышка. Вот так вот. Стой, стой, постой чуть-чуть. 1 887 кило. Вот девочка, вот такая девочка. Но я хочу сказать, не свет, не самые крупные. Это ловлю вот, который рядом. Есть крупнее. Есть крупнее. Вот под 2 кило девочки и под 2 300, под 2 400 мальчики. Два месяца. Два месяца, друзья, вот такая птица. Вот видите, весь это немножко дрестанули они. Зелень немного надавал, но ничего, очищение. Ничего плохого нет. Вот петушок подошел тоже. Этот, наверное, еще крупнее убежал. Вот девка какая. Вот это 2 кило будет смело. Ну, ушла. Ну, короче, вот, в общем-то, картина приблизительно понятная. В общем-то, картина приблизительно понятная. Где бы мне девочку найти? Вот девочка. Иди сюда, иди, малышка. Иди. Иди, маленькая, иди, маленькая. Иди, маленькая. Вот это хорошая девочка. Иди, иди, малышка, иди. Вот, вот. Вот. Стой, 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 подружечка, стой. Вот так вот, вот ноль видно? Стой, малышка, стой, стой, стой. Стой, стой. Ох, зараза такая улетела. Вот ноль, ушла девочка. Ну, была тяжелая, хочу сказать. Одному плохо. Оператор у меня бастует, он огурцы солит с помидорами. Говорю, да помоги снять. Короче, не хочу говорить вам, что она мне сказала. Говорит на меня, старый дурак я. Дословно передаю, говорит, ты старый дурак. Вот. Вот так сейчас. Где же наша девочка? Если не получится. Ушла девочка. Блин, одни петухи, что ли? Вот девочка. Вот девочка. Вот, вот, вот. Хорошая девочка. Нет, это петух. Это петух большой. Нам не надо большой петух, нам надо крупную девочку бы взвесить. Вот малышка. Одни петухи. Петухи смелые, девки трусливые. Петухи смелые, девки трусливые. Вот девочка подошла, вот. Ну, дай я тебе хоть взвешу. Дай еще одну девочку взвешу. Вот это спокойно, молодец. Вот, вот она умница. Вот такая девочка, вот видите, это, вот это спокойно. Вот ноль. Ну, тут тоже... Она не из партии самых крупных, но, думаю, 800 кило-то смело будет. Вот так, становись. Становись, становись. 900 кило с чем-то там было. Ну, под 2 килограмма. Вот так вот. Общая картина понятна. Общая картина понятна. Понятно, что это не самые крупные, вот которые рядом. Иди сюда. Вот еще одного давай взвесим. Вот это что-то вообще петушок. Наверное. Что тут у нас? Не ноль. Сейчас ноль сделаем. Сейчас ноль сделаем. Вот так. И вот так. Вот ноль. Видно ноль, да? Давайте последнего и на этом эту завеску прекратим. Стой, малыш. Стой, стой, стой. Стой, маленький, стой. Стой, хороший. Стой, стой, стой. Короче, 2600 или 2800 что-то было. Вот такая картина. Короче, значит, сделаем приблизительно так вот. Около 2 девочки, около 2,5 мальчики. Вот так вот. Вот. Ну, на вид вы видите, что 2 месяца птица. Крупная. Сегодня им день рождения. На день рождения, значит, им торт из кабачков. Ага. Почистил клетку сейчас. Сейчас еще корм не разносил. Разнесу корм сейчас. Вот. Вот такая птица. Вот такая птица.
Ливинская мрамор, еще раз повторяю. Я первый год завел эту птицу. Читаю про нее давно, хотел завести давно. Одна из первых, которую я хотел. Я первое, что хотел завести, это царскосельскую, пушкинскую и ливинскую. Это три породы, с которых я хотел. Но в то время нашел только пушкинскую. Царскосельские мне попадались много, но поглядев материал племенной, я отказывался, потому что не хотел заводить ради названия, я хотел завести птицу, которая меня радовала. Вот. И только в прошлом году я нашел вот царскосельский, который действительно соответствует всем описаниям стандарта. Глаз радует. Вот. Так вот и это ливинское. Мне, увидев родительское стадо ее, я просто был в восторге. И поэтому вот приобрел инкубационное яйцо, вот вывел эту птицу. Но пока о продуктивных качествах говорить не буду. Говорю вот то, что вот на момент 2 месяца вы видите, что птица шикарная, просто шикарная. Вот. Все, всем спасибо за просмотр. 2 месяца, петух 2,5, курочка 2. Вот так вот, ливинская мрамор. Не самые крупные, то, что поймал. Оператор был бы, поймал бы крупных. Оператор вон огурцы моет. Вредный оператор. Вот так. Все. Спасибо за просмотр. Прошу, если не тяжело, в комментариях кликните место, кто где живет, где смотрит наши ролики. Всем спасибо, до новых встреч.